В Новом Уренгое прошел Ямальский нефтегазовый форум 2024. За два дня его площадку посетили более 260 гостей и порядка 60 представителей различных компаний топливно-энергетического комплекса. Ключевыми темами обсуждений стали экология и промышленная безопасность. В этом году прошли сессии, посвященные изменению климата, вопросам привлечения кадров, а также инновационной деятельности, включая взаимодействие с искусственным интеллектом в нефтегазовой отрасли. Первым мероприятием форума стало открытие 18-й межрегиональной специализированной выставки «Газ, нефть, новые технологии к Крайнему Северу». 4 апреля в мероприятиях принимал участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он открыл пленарную сессию «Хрупкая Арктика».